ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В пятницу в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, температура воздуха в дневное время минус 8, минус 10 градусов, ночью теплее 4-6, ниже 0. Ветер усилится, юго-западный подует со скоростью 7-9, местами до 13 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега, днем 7 градусов с минусом, ночью 4 ниже 0. В Тольятти тучи, продолжительный снег, днем минус 8 градусов, ночью минус 4, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем минус 10, ночью минус 6 градусов, ветер юго-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.